привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас классные покупочки в Wildberries, Озон. Итак, поехали. Покупочки в Wildberries. Есть у меня одна тут давняя хотелка, одна классная покупка. На ней остановимся поподробнее. Так, первое. Я эти губки думала, не дождусь, девчонки. Это мои любимые губки для мытья посуды. Я их прямо обожаю. Заказываю уже не первый раз. Именно вот эти, во-первых, черные лаконичные мне нравятся. И не отлетает от них. Просто заказывала такие похожие. А вот эта вот штучка жесткая не отлетает. Сейчас распакую, покажу. Ну, в общем, качественные, классные, суперские. Я люблю их менять почаще. И тут прям губки все закончились. Заказала. Они шли из Алексина, который в часе езды от нас, неделю. Что-то они вообще с логистикой у них на Wildberries сейчас творится что-то страшное. Вот так выглядят губки. То есть классные такие, обычные, суперские. Вот эта сторона достаточно жесткая, вот эта мягкая. Размер прям самое то. Очень нравится. Прям самые лучшие, на мой взгляд. Ну, я всегда, в принципе, выбираю черный. Я не люблю вот эти цветные губки дома. Так, дальше в отдельном пакетике были вот такие фасовочные пакеты, которые подходят и для заморозки. Их здесь целых 500 штук. И они достаточно плотные. Цена вопроса вообще смешная. Но ссылки, как всегда, оставлю. Они прям достаточно такие плотненькие, не тоненькие пакеты. И 500 штук, чтобы хватило надолго, пускай будут. Так, дальше прям моя хотелочка. Вот так красиво она пришла в коробочке. Сейчас открою. Девочки, это аромадиффузор для дома. В коробочке он еще приходит вот так в пупырке. За такую упаковку прям отдельный респект. Дальше вот такой вот красивый тубус. Вообще обалденный. Он сделан, кстати, из плотного картона. На подарочек, слушайте, просто шикарно. Это бренд LM Home. У них есть огромное количество различных аромадиффузоров с различными ароматами, с богатыми альфракторными пирамидами. Это эко-продукт, эко-база. И здесь премиальные парфюмерные масла из Франции. Ну, упаковка вообще, девчонки, красивучая. Вот прям на день рождения я бы с удовольствием хотела получить такой подарок. Вот тут на задней стороне есть наклеечка от вскрытия. Я ее сейчас вскрыла. То есть можно проверять, трогали ли ваш продукт или нет. Дальше открываем вместе с вами. Вытаскиваем палочки. Смотрите, как красиво все презентабельно. Вот прям презентабельно. Очень красиво. Дальше у нас с вами подарочек и сам аромадиффузор. Он вот в такой бумажке. Дальше вот такая красивая бутылочка, девчонки. Посмотрите, какая стильная. Здесь 100 мл. Она выполнена из стекла. Такое серо, ну, серенькое такое стекло. Будет смотреться, мне кажется, в любом интерьере очень круто. На кухне мне будет смотреться особенно круто. Но я поставлю в зал, я уже придумала, куда. Кстати, чтобы диффузор раскрывался как можно ярче, его нужно и ставить в правильное место. Я вам сейчас обо всем об этом расскажу. Ну, а пока перед применением нам с вами нужно вот так встряхнуть флакон. И открыть крышечку, так как она у нас с вами открывается. Откручивается. Нет, она, смотрите, какая пробочка. Девчонки, вот эту пробочку, кстати, можно положить к постельному белью, к полотенчикам. О, как она пахнет. Вообще здорово. Итак, верхние ноты личи, бергамот, персик. Средние ноты пион, цветок апельсина, жасмин. Базовые ноты мускус, мох и древесные. Я вообще все это дело люблю, что здесь описано. Давайте нюхать. Слушайте, я даже не могу... Я хочу такую туалетную воду. Я хочу такую туалетную воду. Я хочу себе такой парфюм. Я буду пшикаться им. Слушайте, это вообще класс. Как вкусно. Я даже не могу сказать, что здесь преобладает. Это какая-то цветочно-древесная... Цветок апельсина вот чувствую. Чувствую вдалеке пион. Он очень нежный, не горчит. Он очень красиво звучит здесь. И жасмин чувствую совсем чуть-чуть. Здесь он тоже как бы не выходит на первый план. Не перебивает никакие ноты. Он... Вот просто это такая вот... Композиция, которая... Ой, потрясающе, слушайте. Просто потрясающие. Нотки свежести здесь есть. И древесные, и чуть-чуть совсем чувствуется мускус. В общем, это такой классный коктейль, девчонки. Пахнет обалденно. Мы с вами встряхнули. Что мы должны сделать дальше? Должны мы с вами дальше палочки ставить. Сейчас мы их развяжем. Палочек в комплекте 5, но мы с вами будем начинать с 2-3 палочек. Я поставлю 3, потому что, во-первых, это зависит от площади помещений, и, во-вторых, посмотрим, как именно этот аромат будет раскрываться у меня в зале. Очень важно, кстати, выбрать место с хорошей циркуляцией воздуха. То есть мы не ставим куда-то в угол, да, там на шкафчик в угол, потому что тогда только в углу вы будете чувствовать этот аромат. Желательно как можно ближе к центру комнаты. Я буду ставить на столик возле балкона. Там у меня циркуляция воздуха хорошая, там есть сквознячок. Лучше вот выбирать как раз такие места, где есть сквознячок, где именно проходит поток воздуха. А еще рекомендуется переворачивать палочки каждые 3 дня. То есть вот таким вот образом, да? Оп.
Оп. И не ставить вблизи отопительных приборов и на прямые солнечные лучи, потому что тогда палочки будут пересыхать, и им потребуется больше жидкости, чтобы передать нам аромат, и, соответственно, расход аромодиффузора будет гораздо больше. Еще обязательно обратите внимание, у продавца есть ароматы по мотивам знаменитых брендов. Есть такие, как табак ваниль, он по мотивам Том Форд. Есть зеленый перец, амбра нероли, жасмин, ваниль, апельсин, это по мотивам, как он называется, Зеленский энд Роузен. Поэтому выбор на самом деле богатый. Мне захотелось именно вот этот, и я не разочаровалась. Кстати, чтобы найти идеальное место в квартире, где у вас максимально будет раскрываться аромадиффузор, можно его с места на место переставлять, и тогда, в принципе, будет уже понятно, где он благоухает так, что вы его слышите во всей квартире. Продавец, кстати, заявляет, что этого аромадиффузора хватает на 3 месяца в среднем, потому что все зависит от того, какое количество палочек, конечно же, вы будете вставлять. Итак, у нас с вами в комплекте еще пробничек ароматов, подарочек вот такой вот Green Mango. Пробник, кстати, большой. Сейчас мы с вами его потестируем. Он с распылителем, что я обожаю, в принципе, на бумажку. Вот так, на упаковочную. Опа! Ой, какой он потрясающий! Кто любит манго, тому понравится. Вот мне очень нравится. Вот мне безумно нравится. Я прям чувствую здесь манго и что-то типа зеленого чая. Это безумно вкусная, девчонки, композиция. Вот кто любит манго, вот к этому аромату прям присмотритесь. Потрясающая, сочная манго с какой-то ноткой свежести, зеленушечки. Очень вкусно. А дальше это вот первоначальные ноты. А сейчас уже прям чувствую, что еще какие-то очень вкусненькие нотки выходят. Ну классно, тоже богатый, очень прям аромат, очень богатый. Давайте теперь пойдем выбирать место. Ну, в общем-то, вот сюда я его решила поставить, к балкону. Здесь у меня достаточно такая большая проходимость воздуха, он практически всегда открыт. И дверь, когда в детскую открыта, тоже продувает. Я уже чувствую, кстати, аромат, и он обалденный. Я вот серьезно вам говорю, я очень хочу такой парфюм. Смотрится-то, смотрите, как стильненько, стильно, лаконично, прям вообще круто. Кстати, такой лайфхак. Когда на палочках скапливается пыль, она скапливается рано или поздно, кто покупает аромадиффузоры, тот понимает, о чем я говорю. Можно палочки промыть, высушить и использовать дальше по назначению. И еще один интересный лайфхак. Когда жидкость кончится в аромадиффузоре, палочки не выкидываем, а кладем их в шкафчик с постельным бельем, с полотенцами, с одеждой, можно с которой там убираете, сезонной одеждой. И аромат достаточно долго будет храниться у вас в шкафу и оставаться, соответственно, на вещах. Поэтому вот такие вам лайфхаки. Слушай, мне безумно понравилось, я прям в диком восторге. Красота необыкновенная. Покупайте на Wildberries, ссылочку, естественно, как всегда, оставлю под видео. Купочки Озон. Интересные очень штуки. Вот это крепление, девчонки, для проводов, самоклеющиеся. Нам нужно, чтобы в детской зарядке Ксюшкины прикрепить красиво. Они разных цветов есть, можно подобрать под любой цвет мебели. Цена вопроса очень смешная. И они самоклеющиеся. Отзывы хорошие, посмотрим. Сейчас прикреплю и вам обязательно покажу. Так, а здесь у меня ножки мебельные. Сейчас откроем. Вот так выглядит для проводов эта штучка. То есть здесь даже одна штучка на 3 провода, а здесь их 3. Она такая мягкая, ну типа силиконовая. Мягкая, но твердая. В общем, как-то так. Это ножки. У нас Крис как-то неудачно встала на детский стул. Если помните, у нас в комплекте стульчик, стол. И сломалось вот это крепление. То есть гайка сломала крепление, оно вот тут треснуло. У меня муж сделал, как-то запаял, но я решила, что пусть будет у меня комплект вот таких вот креплений для ножек в запасе. Я посмотрела, полазила, нашла. Они на Wildberries, на Озон есть. Да, такие вот они немножко скошенные, как и у нас. В общем, 4 штуки, 200 с чем-то рублей. Если они так ломаются, то пусть лучше будут в запасе. Поэтому вот так. Так, сейчас пойдем крепить вот эту штуку для проводов. Как бы все. Прилепила вот сюда, думала, может даже спрятать, чтобы не видно было. Ну, не так удобно. На краю стола вот так вот нормальненько, вполне себе. То есть двигаются, но в то же время они туда за стол не упадут, зафиксированы. Они прямо вот здесь не выскочат. Они у нас там за столом удлинители, они туда воткнуты. Вот, и вот так вот очень хорошо, очень удобно. Еще для третьего есть место. Вообще классно. И незаметно. Под цвет себе покупаешь и все. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, как всегда, в инфобоксе. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.